На этом выжженном пространстве, которое недавно было частью амазонских лесов, сейчас практически невозможно найти признаки жизни. Корреспонденты Рейтер, пройдя 10 километров, обнаружили только нескольких змей. 6 штатов бразильской Амазонии запросили помощь в тушении пожаров, масштаб которых на 84% превысил прошлогодние. Дым застилает небо над страной, под угрозой многие животные и растения. Как пишет National Geographic, бедствие может радикально изменить экосистему, и не все виды сумеют пережить последствия. В Институте экологических исследований Амазонии считают причиной выжигания леса под нужды сельского хозяйства. Шквал критики обрушился на президента Бразилии Жаира Болсонаро, который обвинил в поджогах неправительственные организации, якобы желающие скомпрометировать власти. В четверг Болсонаро впервые признал, что виноваты могут быть фермеры. Те, впрочем, это отрицают и говорят, что сами серьезно пострадали. У моего соседа 100 голов скота, а травы вообще не осталось. Почти вся его семья погибла, пытаясь остановить огонь. Никто так и не пришел на помощь, только экологический агент приехал выписать нам штраф. В субботу Болсонаро поручил военным подключиться к борьбе с огнем. По оценке главы комитета начальников штабов, армия сможет перебросить на пожары по меньшей мере 44 тысячи военнослужащих, а также необходимую технику.